находимся в 2 часах езды от города Медельин, Колумбии, на местной достопримечательности, которая называется Ла Пьедра, что в переводе означает просто-напросто камень. Вот. Сюда ведут 740 ступенек, включая те, которые находятся позади Максима. Все это вокруг — это озера, то есть это не морская вода. Виды просто замечательные. Нам немножко не повезло с погодой, потому что мы попали под ливень, но сейчас все налаживается. Небо постепенно голубеет, скоро мы увидим солнце. Con la pollera colorada. Ay, como sandungueo mi negrita soledad.